Новая концепция, новые требования. В послании народу Казахстана президент поручил разработать концепцию безопасного труда до 2030 года. Проект концепции был подготовлен на основе международного опыта в обеспечении безопасности труда. Как теперь изменится порядок оценки безопасности труда на производстве, рассказали эксперты. Концепция предусматривает переход от усредненной оценки безопасности труда на предприятиях к оценке риска на каждом рабочем месте. Это позволит сконцентрировать внимание работодателя инспекции труда на конкретных участках с высоким риском безопасности и принять соответствующие меры. Проект концепции предусматривает работу по нескольким направлениям. Внедрение проективного формата государственного контроля и статистического мониторинга в сфере охраны труда будет осуществляться на основе системы управления рисками и цифровой карты предприятий. Эта платформа позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию по состоянию условий труда на всех предприятиях республики. Все новеллы проекта концепции направлены на развитие в Казахстане риск-ориентировочной национальной системы управления охраной труда, обеспечивающей реализацию прав работников на безопасные условия труда, сбережение трудовых ресурсов, занятых в экономике страны.